Мне кажется, что сейчас как раз все очень что нестабильно. Если встать на точку зрения оппозиции нестабильно, если встать на точку зрения консерваторов, то ой, как стабильно. Если стабильно или нестабильно внутри тебя? Слушайте, человеку, который родился в середине прошлого века, говорить о том, что сейчас нестабильно, ну это просто смешно. Я родился спустя 11 лет после войны. Ну, вы смеетесь, что мне сейчас говорить о нестабильности? Вот время, когда я родился, это понятно. Я половины продуктов не знал, которые вы сейчас потребляете. Не знал, как они выглядят. Я не знал про молоко в пакетке. Я не знал про дисковый телефон. Я не видел поезда. Я в 5 лет увидел впервые телевизор. О чем вы говорите? Что такое нестабильность вашу сытую? Я адресуюсь к вам, потому что ну дай бог такой нестабильности всем, кто прошел в 30-е лагеря, всем, кто прошел этих 5 лет этой окопной жизни и лазаретной. О чем вы говорите? Живите себе, ступайте с миром. Нестабильно вам. Сытые, обутые, одетые. Вот нестабильно. Сейчас в России надо легко заниматься. Легко. С юмором. Понял?